Розу с морозильной камеры. Взвешиваю. Ставлю водяную баню. Ставлю водяную баню. Вот так она выглядит. Десять минут после закипания водяной бани. С алоэ вместе. Жмыхи размалываю. Это уже вторая партия сегодня. Вот уже настой вот такой вот густоты состоялся. Вот такой густоты. Получается 60-80 грамм на 900 литров. Это употребляю внутрь, по графику перед едой. Настой по-другому применяю.